С вами канал Улицы Москвы. Прогуляемся, наверное, и по улице Алексея Дикого в Новогиряево. Я уже думал сюда не идти. Но вот он сворачивает с улицы Мартеновской. И сейчас под прямым углом повернет в сторону Новогиреевских проспектов. Тут много проспектов, Новогиреево славится своими проспектами, но по факту это узенькие улочки. Что проспектами их назвать, это очень громко сказано. Тут на этой улице еще дом был странный довольно-таки. Деревянный, одноэтажный, не знаю, дойдем сейчас, нет до него. Помню, вот в этом здании, которое прямо по центру кадра, в детстве ходил, в юности, в компьютерный клуб под названием Асталависта. Сейчас вот где вот надпись «Мои документы». Ну вот такой узенькая улочка Алексея Дикого. Не знаю, кто это такой. Нельзя, наверное, так говорить. Вдруг это герой нашей страны, который много сделал для нее. Такие вот, ну, в Новогиреево много таких улиц. Как-нибудь мы этот район более подробно, наверное, на нем остановимся, потому что первого у нас практически все есть. В Новогиреево тоже, в принципе, кое-что есть, но далеко не все. Это, кстати, дом по Союзному проспекту. Ну, Союзный проспект там проходит тоже параллельно, и он выглядит абсолютно так же, как и вот эта улица Алексея Дикого. Небольшая двухполосная улочка. Так, а про какой я дом говорил? Не про этот ли случайно? Да, вот я его еще помню, этот дом. Что? Ну вот не был в Новогиреево, наверное, больше 10. Ну именно вот здесь, вот на этой улице. Не вообще в Новогиреево, конечно. Вот он, давай. Сейчас перейдем и посмотрим поближе. Что же это такое за дом? На улице Алексея Дикого. Во, деревянный заборчик. Деревья. Тут кто-то живет, что ли, я не понимаю. Так, написано, да, улица Алексея Дикого, 16. Такое ощущение, что здесь вот какая-то семья, которая наотрез
отказалась отсюда уезжать. Ну, там написано это самое, есть надпись. Но так как тут забор, так как здесь вот на забор, я не думаю, что... Или это музей какой-то. Причем реально ветхим, там трушно так выглядит. В доме горит свет. А есть шестой проспект Новогиреева. То есть мы уже идем по шестому проспекту. Вот как-то так, такой вот домик. Здесь вот.